Всем добрый день. Сегодня 25 января. Это первый день после локдауна. У нас погода плюс 8. Такая сейчас покажу. Вот такая погода. Вроде и сухо, вроде и не очень. Сейчас зайду я быстро на почту, потом поедем инспектировать эпицентр. Поздравь всех Татьян. А, кстати, с праздником всех Татьян, с днем студента, всех студентов. Едем в эпицентр проверять, локдаун закончился или нет. А ты знаешь, я это пока тебя ждала, что Диан даже вывеску сняли. Уже вообще да не знаю, вывеска. А я думаю, что что-то не так. Дивлюсь, а вывески вообще не было. Ну, погодка, ребята, сегодня плюс 8. Мы говорили, но еще раз скажем. Тепленько, супер. Я даже одел вот эту весеннюю шапку, ту, что купил. Прям, да. Да. Всех девочек, Татьян, еще раз с праздником вас. Здоровья самое главное. И студентам тоже. Студенты первый день на занятия у нас в Украине. До этого сидели тоже на локдауне. Племянница в Каменском ходила в школу два раза в неделю. Но это только у нас, кажется. И вообще в этом году, наверное, не ходили каждый день еще в школу. А с сегодняшнего дня пошли каждый день в школу. Ну, а у нас в селе там, где внук ходит, то ходили каждый день. Ну, вот это дети-то только во время локдауна занимались дома онлайн. Ночью, наверное, дождь был. Потому что что-то тарахтело по подоконнику. Да и лужи стоят. Это не просто сырость. Срочного ничего нам не надо, мы просто, конечно, заслужили. Ну, машин немного, может, посъезжаются, и не выходной же ж сегодня. Посмотреть, может, что-то новое. Кстати, в эпицентре до конца этого месяца, января, еще действует, как там она, выгода. Честная выгода. Да, честная выгода, скидки. Там на электротовары до 70%. Потом на спортивные товары до 70%. А давай вот тут и станем. Ну давай. Ну машин не дуже багато. Значит, да не, время не такое, что может сейчас еще пойдем, не посъезжались. Пойдем. Открыто. Работает, людей вроде как и немного. Сейчас посмотрим. Людей немного. Выгода есть. Столовый 2800, а чайник 1400. А что за фирма? Фиора. Китай. Без акции, да? Такий, ну не було, новинка. Не бачу. А мені кажеться, він був. Ні, не так. Такий, ребята, чайник шикарний. І всього лише 650 гривень, смотрите. Я б взяв, але нам він большой. 2,6 літра, кажеться, або 2,9. А, 2,7. Визер. Нам большой. Чашек навезли. Перед Новым годом было пусто здесь. По 20 гривен все чашки. Эти все чашки по 20 гривен. А это сколько? 40 гривен. А вот эти вот по 30 гривен. Вот такие вот.
полотенца 20% скидки. Ребята, смотрите, штора минус 30%, 768. Но это, наверное, одна она. Вот такой цвет прикольный. Какая она, как интересно. Ну так ничего вроде бы. Такие пледики, ребята, смотрите, какие классные. Хочу, если бы какую-то в коридор вместо вот той лампы, что сбоку висит, а там ванна, туалет. Как-то она там такая, что-то неважная. Да нету, здоровая. Да ты что, ну сильно ярко. Вот такую какую-то наподобие в коридор повесить. А ну покажи какой. Ну вот тут да. А тут вообще он. Носки я тут не бачу, там написано отделение. Ну это литр, наверное, может меньше. А вот тут вообще на 200 грамм. Не знаю для чего он. Да, может это кукутница вообще. Может? Нет, это кукутница. А что написано? Кипш написано, 0,3. Воду черпать. Ну, 300 грамм как раз и хорошо. Вот это. Да, это уже качество зусловно. Так то же самое. 0,86. Пошли там посмотрим кастрюлю по смотри. За 320 гривен 40% скидки. Вот это же она, наверное, да? 1,5 литра, 1,4. Да? Нормально. Это нормально. Ну, без слива, конечно. Ну, а зачем? И хлебницы он какие-то, глянь. 389, это... А что, их открытых нету, да? Такое. Ну, вот это, наверное, она, да? Вот это она, наверное. Еще нам оранжевый. 180 гривен, да? Ну всего да. Всего лишь пластик. Полностью пластиковый. Не, железный внутри. Ну прикольно. Это микроволновка, да? Да. 2400, да? А как на Samsung? А это он 1248. Да не, нам такая не надо. Ты такую в гараж разве что поставила. Чего? Нормально. Ну, если разогревать только. Ну, уже разогревать. Наши микроволновки уже, наверное, лет 12. Больше. Больше, да? Да не, ну если брать, то надо уже нормальную брать. Ну, пока работает, еще пускай работает. Все такая красивенькая. 700-800 ватт. Так це ж встроєна, це ж встраємає. Ну що, 2700. Так вона здоровенна. Духовка, так. Ну що, 2500. Ну це здоровенна, так. Да. Ну більше не. Вони є маленькі, просто вони не стоять тут. Електровелосипеди на акумуляторі. Один 16 тысяч, другой 21. Наверное, вот этот 16, а вот этот, наверное, 21 тысяча. Валя, иди прокатнись на велике. Это так легенький вроде бы. Если сам будет ехать, то...
А это? Ну этот такой, потяжелее, поприличнее. Табло там какое-то, наверное. Это вот такие, как наподобие у нас висят в кухне эти ромашки, да, у нас? Ну висят? Да. А это мы тоже покупали вот здесь. Да нет, это какие-то такие. Ну, такие. Хотя можно и наклеить. Тебе снять новые наклеить. Ну давай вежу наклеим. Ну, давай тут над богато. Этим, над столом наклеим вежу. Там она в цьому отвечается. Да если новое не отлипит. Вот такие. А ромашек нету еще? Ну вот такие, да. Вот такие. Угу. А что есть два, так я не понял. Не знаю. А ромашек нету, да? Все такое а красное. Вот пионы. Это лучше уже хризантемы. Ну, тогда. Таких, наверное, вот так их должно быть. Вот такое ведро классное, легкое, листья носить. Листья или мусор такой легкий, то в частном доме нам такой не надо. Сковородочки по акции, кто забыл. Мы такую брали, кстати, неплохая. Вот тут маленькая. Вот такую мы брали, Валя пользуется. Отлично. Да. Там больше, меньше, в общем. Пока вышли с магазина, навалило людей, машин наехало.